Всем привет, друзья! В этом видео покажу вам магазин лицензионных ключей и гифтов, с помощью которого можно пополнять аккаунт Steam. Ссылку на него оставлю под видео. И как только перешли сюда, прямо вот тут по центру есть такая огромная кнопка. Лучшая цена автопополнения Steam. Думаю, не промахнетесь. Тыкаем на нее, и нас перебрасывает на сайт продавца, где вам сразу показывается цена Steam рубля за обычный рубль. Дальше идет описание товара. И вот здесь вот указывайте сумму, которую хотите отдать, и у вас тут же высветится та сумма, которую хотите получить. Ну, допустим, я хочу отдать 100 рублей. Соответственно, на свой Steam аккаунт я получу 86 рублей. Далее, что необходимо сделать? Вот здесь нужно указать логин от Steam. Не ник, а логин. Не путайте. Давайте покажу, где он находится. Переходим в Steam. И вот здесь вот вверху, вот, где у вас указан ник, нажимаете и выбираете пункт об аккаунте. И вот тут указывается ваш логин. Вот он. Копируете его просто отсюда. Кстати, обратите внимание, что на данный момент у меня на балансе всего лишь 35 рублей 70 копеек. Возвращаемся. Указываем наш логин и нажимаем «Купить сейчас». Нас переводит на сервис оплаты инфо. Это хороший признак, так как этот сервис с сомнительными личностями работать не будет. Ладно, сейчас не об этом. Кстати, обратите внимание, здесь очень большой выбор платежных систем. Есть Лава, который позволит вам оплатить банковской картой, есть СБП, который очень быстро прилетает, есть карты РФ, зарубежные, Киви. Криптовалюты полно. Я выберу WebMoney, поскольку для меня это самый удобный способ. Вы выбираете, какой вам наиболее удобный способ. Так, дальше вот здесь указываете e-mail, тут же его повторяете. Кстати, обратите внимание, что повторный e-mail указывается только вручную. Все, по-быстрому я его прописал. Если есть промокод, указывайте, у меня, к сожалению, нету, я нажимаю оплатить. Здесь указываю данные от своего кошелька для входа и, соответственно, вбиваю число с картинки. Нажимаю перейти к оплате. Здесь жму получить код, жду смс-очки с паролем. Вбиваю смс 9371 и жму подтверждаю платеж. Все, квитанцию я получил, возвращаюсь на сайт продавца. Ну а дальше мы видим то, что оплата принята, тут детали заказа идут и статус заказа выполнен. Можете оставить отзыв по желанию, но у меня пока нет времени этого делать. Так, ну что же, теперь давайте перейдем в Steam и проверим, пришли ли деньги или нет. Пока ничего нет. Давайте обновим страничку. Все, как видите, деньги пришли. И пришло мне на баланс, как и указывалось, 86 рублей и, по-моему, еще 17 копеек. Ну, чуть больше. Но не суть. Факт то, что способ работает, деньги приходят моментально. Думаю, это того стоит. Если вам тоже нужно пополнить свой Steam аккаунт, то ссылочку на Gamerskey я вам оставил в описании. Переходите и пополняйте. А вот еще что. Данный магазин помогает решить проблему с играми, которые убрали из Steam. Давайте туда перейдем. Ну вот, например, Dead by Daylight. Вбиваем ее в поиске, нажимаем найти. И здесь вы найдете как саму игру и просто кучу дополнений к этой игре. Ладно, думаю, об этом я сделаю отдельное видео. А так, если было полезно, то напишите в комментариях, Steam пополнил. А также не забудьте про лайк. На этом все. Спасибо за внимание и всего хорошего.